Всем привет! Вот и дождались во вторую часть про я же лидеров. Давайте, пожалуйста, без хейта, речь пойдет не о всех лидерах кланов, а об определенных личностях. Все истории подписчиков, и я не хочу никого оскорбить, лишь хочу, чтобы вы это поняли. Надеюсь, я смогу хоть до кого-то достучаться. Всем приятного просмотра! Начать хочу с этой истории. У этой подписчицы был такой лидер, который просил приходить именно максимальными уровнями. У нее был ранг Гранд, но ей просто захотелось прийти за лошадь, у которой на тот момент был 93 уровень. И после сеанса ее выгнали из клана. Зашибись! Я бы на месте этого лидера, даже если бы и требовала максимальные уровни, то простила бы такое. Ну, по сути, какое мне дело, кто на ком играет? Ну, нравится ей лошадь, пускай играет на ней. У следующей подписчицы был клан по КВ фандому. Это типа Король Лев, да? Если нет, то поправьте меня в комментах, я не шарю за это. Короче, всех, кто выходил из этого клана, оскорбляли толпой. И с моей подписчицей в этом клане и так не очень хорошо обращались. Но она психанула и вышла оттуда. Но потом ей захотелось зайти на тот сервак, где участники и сам лидер играли. Ну, типа ролили. Ну и там все, кроме одного, ее обсирали. И этот один единственный нормальный человек хотел ее вернуть в клан. Ну и вскоре они сдружились. У другой подписчицы лидер обиделся за какой-то новый смайлик, который она ему показала, и выгнал из клана. Ну что ж сказать, это очень тупо с его стороны. Боже, за какой-то смайлик. Но он был не совсем лидером, а со руководителем. Но мне кажется, что суть не меняется. В другой истории лидер подписчицы встретил такую я же лидершу, которая всем указывала, на каких зверях им играть. И возможно еще что-то. Но очень хорошо, что тот самый адекватный лидер моей подписчицы взял к себе в клан 4 участников клана той я же лидерши. И молодец, избавил их от этого исчадия ада. Другая же подписчица создала свой клан, в котором было 8 участников. Ее подруга была со-руководителем, и она попросила, чтобы ее сделали лидером. Ну и подписчица согласилась. И что же в итоге? А вышло так, что новая лидерша собрала всех на сеанс и приказала убить шакала на 8000 хп. Ну и все пошли его бить, кроме этой я же лидерши. Она вообще тупо лежала и наблюдала за этим. Ну и моя подписчица прикольнулась и заманила шакала на нее. Ну и в конце эта я же лидерша выдала такое. «Как ты смеешь? Я же создала этот клан!» А ничего, что создала его не ты, а моя подписчица, которая согласилась дать тебе лидерство в этом клане. Ну и последний лидер выгнал мою подписчицу за то, что она просто пообщалась с другими людьми. Ребят! Если вы такие лидеры, то не будьте, пожалуйста, такими, цените всех. А если над вами издеваются такие я же лидеры, то просто покидайте этот клан, не воспринимайте их угрозы всерьез. Ну по сути, что вам может сделать 10-летка, ну или 12-летка, неважно. Все равно он живет в другом конце света, как он вас достанет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.